хочу поблагодарить, во-первых, девочек, команду, значит, наших болельщиков. Действительно, перешли уже в следующий этап плей-офф. А по игре мы очень серьезно к ней готовились. И я считаю, что провели, наверное, самую лучшую игру в сезоне. Именно вот сегодня, здесь, у себя в Казани. Честно, я не знаю, в чем на этот год их слабость заключается. Я думаю, что это их проблемы. Я знаю, в чем есть наши слабости, и стараюсь их исключить. То есть мы работаем над своими слабостями и пытаемся их исключить из нашей работы. А в чем заключается слабость «Динамо» – это их проблема, я думаю. We'll be right back.